and welcome to Happy English School. И добро пожаловать на очередной урок серии «Английский с нуля». Сегодня у нас с вами будет очень короткий урок. Мы с вами вспомним, что уже успели пройти за это время, чтобы убедиться, что мы можем смело двигаться дальше. Глагол to be в настоящем времени имеет три формы. То есть спрягаясь, он изменяется на am, is или are. Второе. Глагол to be может использоваться в разных ситуациях. Первое – это когда мы хотим сказать, что что-то или кто-то где-то находится. То есть после глагола to be мы добавляем обстоятельство места. My dog is in the house. Мой пес дома. Второе. Мы используем глагол to be, когда хотим кого-то или что-то описать. The house is big. Дом большой. После глагола to be мы добавляем соответствующее прилагательное. И третий способ использования глагола to be – это когда мы хотим показать какое-то действие, которое происходит сейчас. Время present progressive или continuous. I am talking. You are watching the video. We are studying English. Третье. Для того, чтобы задать вопрос, мы ставим глагол to be на место перед подлежащим. Это касается и общих вопросов, когда нам нужен ответ «да» и «нет», также специальных, то есть когда нам нужен какой-то конкретный ответ. Are you busy? Ты занят? Общий вопрос, потому что мы можем ответить «да» или «нет». Yes, I am, например. И специальный. Where are you? Где ты? Нам нужен конкретный ответ. I'm in the bathroom. Я в ванной. Глагол to be. Прямой порядок слов в повествовательном предложении. И обратный в вопросительном. Четвертое. Глагол to be обожает сокращаться. И если он сокращается со всеми местоимениями, то с вопросительными словами он сокращается уже не так охотно. Если is форма сокращается с was и was, то формы are и am не любят сокращаться. Поэтому обратите на это внимание. Now let's look at page 21, страница 21. Use this model to talk about the picture above with the other students in your class. Используйте этот пример для того, чтобы описать картинку выше с учащимися в своем классе. Можете позвать своих родных на помощь или на худой конец кого-то из домашних питомцев. Where's Miss Johnson? Где Miss Johnson? She is in the parking lot. Она на парковке. What's she doing? Что она делает? She is washing her car. Она моет машину. Помните, что мы используем еще и притяжательные местоимения в английском языке куда чаще, чем в русском. Теперь внимательно посмотрите на картинку, найдите всех людей и расскажите, где они и чем они занимаются. Let's check. Where's Mr. Nathan? He is in the park. What's he doing? He is reading his newspaper. Where's Mr. Rinaldi? He is in the park. What's he doing? He is doing his exercises. Where's Bobby Davis? He is in the library. What's he doing? He is doing his homework. Or he is reading his book. Или просто he is reading a book. Where are Mr. and Mrs. Sharp? They're in the laundromat. What are they doing? They are washing their clothes. Where's Patty Williams? She is in the parking lot. What's she doing? She's fixing her bicycle. Where are Mr. and Mrs. Green? They are in the restaurant. What are they doing? They are having dinner. Where's Charlie Harris? He is in the bar. What's he doing? He is playing the piano. Where are you? I'm at home. What are you doing? I'm making videos for YouTube. Если вы хотите, чтобы я проверила ваш вариант ответа, напишите его в комментариях. Что ж, спасибо, что присоединились сегодня ко мне.
Ставьте лайк, если видео было полезным для вас. Помните, это самый простой способ сказать спасибо. И пишите комментарии, если у вас какие-то вопросы остались или вы просто хотите нас поддержать. Thank you. See you next time. Bye.